Праздник пришел, и на улицу Колхозная. В селе Квасняковка Энгельского района после обращения граждан к губернатору отремонтировали центральную магистраль. Последний раз дорогу здесь ремонтировали около 30 лет назад. Довольны ли сельчане, вместе с главой региона, выяснила Екатерина Барковская. Основы вождения по внедорожью жители Квасняковки освоили еще несколько десятков лет назад. С советских времен асфальт на главной сельской дороге не менялся. Местный житель Александр Бурма вспоминает, как с трудом добирался до школы, будучи ребенком. Я еще когда в школу ходил, приходилось обходить, потому что здесь ее засыпали глиной, и в распутице здесь была просто колея. При советской власти ее защебенили и положили асфальт. Но это было лет 30 назад. Сейчас от былого дорожного запустения не осталось и следа. Новый облик сельской магистрали изменился до неузнаваемости буквально за несколько дней. Новые бордюры и 3 километра двухполосной дороги отремонтированы по последним технологиям. По словам местных жителей, на центральной сельской улице после такого преображения стало гораздо многолюднее. Как было приятно, когда дети по этому велодрому, можно сказать, потому что только успели убрать катки, тут же дети на роликах, сами понимаете. Это огромное вам спасибо. Новая дорога в селе Квасняковка стоимостью 27 миллионов рублей – это лишь часть масштабной работы по реконструкции городских и районных магистралей. В 2015-м, объявленном в области годом дорог, планируется реконструкция и замена дорожного полотна почти во всех населенных пунктах. Самое слабое место на сегодня – это дороги повсеместно практически. В этом году, надо отдать должное, мы сделаем столько, что за десяток лет, пожалуй, не делали. И мы отчитаемся перед жителями, покажем каждый метр дороги, куда сделали. И почему его сделали туда, вот любую развязку, любое направление, чтобы люди понимали, почему именно приоритет сегодня здесь, а не у кого-то во дворе или около дома, потому что там нагрузка совершенно другая. Так, уже сделан ремонт магистрали, ведущей к месту приземления Гагарина. Рабочие заканчивают реставрацию асфальтового полотна на трассе Энгельс-Ровная. Всего же до конца 2015-го планируется провести ремонт 20 различных дорожных направлений области. Екатерина Барковская, Тимофей Печерский, РЕН-ТВ, Саратов.